Всем привет! С вами снова Ржуха и Шен. И это наш пятый и предпоследний урок по выживанию в Left 4 Dead. Теперь мы проходим карту, которая называется The Sacrifice, иначе жертва. Да, жертвой должен быть дедушка Билл. По идее, но не обязательно. Но дедушка Билл, вероятно, будет, потому что он чаще всего умирает. О, Фог здесь плавает, я тоже хочу. Блять, утонул. Это вырежу. Нет, я это снимаю, я это вижу. А утонуть можно? Да, если ты не будешь, перестанешь прыгать, ты утонешь. Ну, насмерть. Да. Ладно, повеселились и хватит. Беги за Фогдизом. Не-не-не, давай, иди за ним. Иди за ним, вот здесь вылезти можно. Вот, вытащи меня. Ты не пойдешь, я тебя держу. Не падай духом. Да блин. Ты что, дедуля, поскользнулся, что ли, ботинки? Да. Снова жертва. Спасибо. Не волнуйтесь. Какой такой снова? Так. Давайте. Где так? Кто так? Давайте убивать. Где? Куда? Ты забыл аптечку, дед. Сейчас я. Я, конечно, понимаю, старость не радость, и как бы память уже девичья, хотела сказать. Стариковская память. Хочешь уже прикол? Посмотри вот так вот на фотку Фогдиза, короче. Да, и потом... я понял, вижу. Я только сейчас увидела. Ты понял. Блин. Прикол. Ладно, все, хватит развлекаться, пойдем. Да. Пойдем выживать. Выживать. Скажи выживать. Это. Да. Выживать. Ой, мужик скончался. Что сделал? Скончался. Умер, в смысле, умер. Я поняла. Да, блин. Надоел меня этот опыт. Моя понять. Это был взрыв. Не ходи туда, не ходи, там дверка закрыта. Кто? О, подождёшь? Это ведьма гундосит. Тебе нужно подлечить. Гундосит? Кстати, это... смотри, когда к огню вот близко подходишь, то он это... Он разгорается и может тебя задеть, так что поправь. Вот, смотри. Ага, смотрю. Ну, обычно это срабатывает. Надо, я тогда полечусь, я птичку возьму. А как? Почему она не встала, когда он к ней в упор то подошел? Ну, вообще, так убивают с одного выстрела в голову. Но не получилось. Хотя странно, у Фогдинга все время получается это. Я кривая, у меня не получается с помпового дробовика. Да, не умею я с охотников поворачивать. А Фогдис потерпел фиаско. Ля-ля-ля. Эй, откуда? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. И вся моя семья. О, смотри, он молится. Песенка моя. Он молится, только он уже себе весь лоб расшиб. Блин, он что, тут не появится, что ли? Так вот. А, вот он появился. И зомби бегут. А, меня чуть не съели, я успела завернуть. Я возьму дробовик. Мне бы помощь не помешала. Блин, у нас тут вообще-то заблевали чела, поэтому я пойду. А, так они к вам бегут, ну тогда ладно, я не буду их убивать. Да, я просто иду.
я думал, хоп, ты и зомби. Я просто даже не знаю, что тебе ответить. Не, ну знаешь, я иду хоп, и куча зомби бежит. Я думал, они на меня. Я тебя не задел? Нет. Тут обалденное оружие, сказала Зоя. И взяла дробовик. За тобой зомбик фанат бежит. Вот, вот вам. Вот ему. Вот таблетки. Так. Зомби не мои фанаты, они фанаты моих мозгов. Передай другому, называется. Мы все друг другу таблетки передали. Толстяк. Да-да-да. Тут есть снайперка, если ты хочешь. Ой! Ура, я отомстил этому грёбаному охотнику, как этот козел меня достал. Меня все время так забавляет, как меня... он орёт. Ой! Кто орёт? Охотник, когда его убиваешь, он такой ой! И так, знаешь, подлетает прикольно так, а? Не замечал, ой. Не замечал. Здесь боеприпасы! Танчик орёт. Танчик. Да, я готов. Чего, я готов открывать танк. Ага. Не, подожди. Фу, блин, ну и мерзкий крик. А, у нас канистр нету, потому что я все сожгла. А тут есть вон баллоны, я их кинул. Слышишь? Или можешь тут оставить? Вон баллон, говорю, лежит. Ты меня слышишь? Да-да-да, я тебя слышу, я слышу. Так вот баллоны, зачем канистр? Ты его на один баллон положил сюда. А, у нас слезут зомби. Ясно. Ну, надо их всех убивать. А, ну, баллон-то лежит, но он же его не поджигает, он его просто сейчас это... А зачем его поджигать? Он быстрее становится, если меня память не изменяет. Ну, в общем, ладно. Там, нажимайте. Все готовы. Идем. Да-да-да. Он встал прямо у где танк. Уходи, давай, отсюда поаккуратнее. Да что такое-то? Хотел... Блин. Кстати, танк в трусах. Блин. Поднимай меня быстрее, пока он там танк фигня. Да-да, тут зомби еще бегут. У меня нету даже этой бомбы, чтобы... Да. Ну, я должен успеть. Блин. Да. Я думал, успею там плюс буквально миллиметр отстрелал. Ты зомбиков отстреливай, если... Если, мой... да. Опять мой косяк, короче. Ну, это фейл. Да не, а почему твой косяк? А я случайно убил Харда. Я уже точно не выйду. Стреляй по танку мочи его. Он нас обоих убил. Серьезно? Вот засранец. Mm-hmm. Вот гад. Вообще. Одним ударом двоих. Вообще, скотина. Слушай, а Фогдис его убил? Да, Фогдис его убил. Он убил танка и убил всех остальных. Блин, он нас всех спас. А я пока во фрикаме полетел осматривать пути. О, я вижу толстяка. Давайте полюбуемся, какой он красивый. А, я тоже вижу толстяка, да. Смотрите, он хочет с вами поцеловаться. Нет, он не хочет, он отошел. Ну иди сюда, иди, поцелуемся. Да. Фу, какие у тебя грязные мысли. Он говорит, вот дерьмо, так дерьмо. Танк от меня убегает, козел. Ой, не танк, а толстяк. Ты вообще видел, что в вагончике творится? Там такие турпаки вообще, там кровища. Где, в каком? А этот нигер хорош.
Да, тут охотник где-то, я слышу. А, ну да, его уже нету. Ну, в принципе, молодец он. Спасибо. Нет, ну сказать, что я не сомневалась, это, конечно, будет наглой ложью. Я вообще крутой, блин. И вот как мне оплатили. Да, что? 2000 плюс часов дар не проходит. Ай, жесть какая. Осторожно! Ой. Ой, да. Блин, откуда они берутся? Вроде нету никого. Ой, знаете, спины откуда-то они появляются. Да поднимай! Ну, да ё-моё! Что-то я вообще какой-то неудачник. Я думаю, мне лучше записывать наше прохождение во фрикаме, я буду просто за вами летать. Как дух. Я тебе таблеток сейчас дам. Так не надо. На таблетки. Спасибо, дедуль. Мне Фогдис дала, я тебе, мне Фогдис. Да-да-да. Интересно. Девки пляшут. Да. Я чувствую себя омерзительно. Ой, я упал вниз, ладно. Или не ладно. Блин, не ладно. Куда ты вниз упал? А вон где ты? Что за дела вообще? Что такое? Граната! Аля-ля-ля! Тут у нас бомба! Я чувствую себя ужасно. Так, тут курильщик. Я его убила, е-е! Блин, у меня 25 единиц здоровья, еще и не полного. Да. А Фогнис у нас вообще с одним хп. Еле ползет. Это все из-за меня. Я вообще, короче, это... Неудачник. Всех убиваю, хоть и случайно, но все равно. Блин, плохой из меня выживающий. Выживший. Представь, таким как я, выживать в таких условиях. Я застрелю кого-то случайно. Нормально. Я застрелю кого-нибудь случайно. Нормально. Да, спасибо за поддержку. А, блин. Ты мой последний оплот надежды. Ага. Да. Кажется, я очень... На, дед. Зашкерься. О, нет, я не такой, я не знаю, что подожди, это подожди, где у нас? А, вот он, Луис. Луис. Беру таблетки. Подожди-ка, у меня кое-что для тебя есть. Ловить. Там курильщик. Да. Харт меня выстрелил. Как он мог? Зря ты его. Рано сделал. Да я понял. Я же его оттолкнула, я хотела отойти, но не успела. Выживающий из меня хреновый. Ну, каждый выживает как может, так что нормально. Каждый убивает своих напарников как может, да? Я себе оставлю помповый дробовик, потому что, не знаю, у меня почему-то с ним лучше выходит, чем с автоматическим. Что такое? Что это было? Что? Как я ударил Фогдиса, если я был впереди его? Я вообще не знаю, что произошло. Что-то все так легли хорошенько, прилегли. Что, темочка? Я черно-белый. Бэкстрит. Ты черный и белый? Два в одном, да, что ли? Я черный и белый. То есть... Ой. Я помесь белого и черного человека. Так. В общем, я Тимати. Кто? Тимати. Ну, помнишь, белого и черного. Ну-ка, спой что-нибудь.
Что спеть? Тимати не умеет рэп читать, если это можно назвать рэпом. Вообще рэп говно. Извините, подписчики и зрители, но я считаю так. А, вообще-то я тоже не люблю рэп. У меня серьезные проблемы. Я его терпеть не могу. Вот-вот. Стой, не закрывай! Убейте меня, я полумертвый. Стой, всех надо убить, половину надо убить. Помните, что вам идеи у него нету вообще. Ребята, тут оружие. Все внутрь! Я твое оружие занесла внутрь. Мне плохо. Чё? Я чё, убийца буду, что ли? Да. У него тоже нету здоровья. У него там одна вообще единица в боде как. Ну блин, он меня не выпустил, ты это видел? Опа! Я должна была выйти. Прямо перед носом взял нос, прищемил дверью железной. Больно же? Любопытная Варвара. Почему? Я хотела закончить свою жизнь самоубийством. Между прочим. Вот, видишь? Ну, зачем ты так говоришь? Вот наши какие-нибудь там маленькие зрители. Они подумают, наши маленькие зрители подумают, что суицид это хорошо. Нет, это плохо. Вот ты говоришь, что надо было покончить жизнь самоубийством. Ты себе об этом заметку сделай на будущее, ладно? Короче, запикай просто это слово, когда будешь форматировать или редактировать. Я ничего не слышал, ничего не знаю. Запикай то, что ты сказала пи, про... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да нет, когда будешь я поняла, все, запей. Шухер. Я опять всех подставил, блин. Нифига, у тебя видео достижение. Сзади зомби, сзади, куда ты пятишься? Какой зараженный 101? Что это такое вообще? Ты не подскажешь? А, подожди, я тебя не слышу. То есть я тебя слышу, но я не обращаю внимания на твои слова, потому что... А что это у меня за достижение было, введение в кремацию? А я не помню, если честно. Ясно. Ну, я просто еще 3 года назад получила все эти достижения, поэтому я не помню. Я уже слишком стар для такого. Так, я отдам свой долг Фогдису. Вот долг? Вот. Да, он мне дал таблетки, я их нашел и отдал ему обратно. А он отдал мне. Это называется игра «Передай другому». Да. И по ходу дела я самое слабое звено. Прощайте. Нет, я не хочу прощайте. Ну как же, я помню, когда я смотрел это самое слабое звено, там такая тетка была страшная. То есть. А, ее, по-моему, звали Марина Киселева. Я Киселева не помню. Фамилия точно, а вот как ее звали, я не помню. Я не помню, но она была такая строгая. Я ее боялся, когда я был маленький. Не, нормальная тетка была. Но она была очень строгая на вид, я ее боялся. Ну это просто на вид было. Ну да, это образ. Я помню даже выпуск там Боярский приходил, там приходил этот еще Жириновский. Это серьезно вообще... что ли? Я что-то да, не помню. Да, там Боярский, там Жириновский, там все эти были. О, я уже что-то и не помню даже, кто там был, что там. Воу, вот это. Что это было вообще? Атомный взрыв. Что такое? Что случилось? Кто, куда, зачем, когда? А, не знаю. Танк, да, я слышу. Бляха-муха, он за мной бежит. Уберите его с меня, я не знаю. А если у тебя будет меньше 39 здоровья, то ешь таблетки, потому что будешь хромать. Я знаю. Вроде там меньше 30%, если. Ой. Как там танк поживает? Да что-то я вообще не понимаю, что.
блин. Так, рычуха бьет меня. Ясно. Ну, я, видимо, дробинкой в тебя попала. Дробинка в коленную чашечку прилетела, фигня. Да? Я что-то вообще в танк там пару раз только выстрелила. Пистолет, но он меня и так бил. Он у тебя так был? Да. Фу, кто накурил. Это был курильщик. Да, курильщик — это зло. О! Сейчас шухер. Будет фейерверк. Оп! Ага. Все дерьмо разнесло. В щепки. До неба. До неба. Так, здесь снайперка. Патроны. Замечательно. Нафиг канистру. Ой, зачем я взяла... дробовик. Да, дробовик. Хлопчики. Здрасте. Здрасте. Что такое? А, все. Опа, что там такое было? А, вот. А, канистра. Тут бомба. Пипа. Пипка. Меня кто-то со спины напрыгнул, гад. Вообще, засранец. Через корабль. Я полечусь. Так, там где-то ведьма плачет. Я хочу ее убить хоть раз в жизни. Я ее возбудила. Ты ее испугала. Блин, ты что я эту бедную девочку испугала? Фу, ну и мразь. Я ее, короче, это. Я ее это, и она перевозбудилась. Ты в нее крикнула, и она перевозбудилась. Я попала в нее чем-то. Короче, я в нее кинула гранату. Не выдержала такой наглости. И решила. Ну только ты сама виновата. Сама виновата. А я нечаянно. Я не видела ее. За нечаянно бьют, отчаянно, да? Ну, ладно, тебя я бить не буду. Так меня ведьма чуть не убила. Да, она могла тебе отомстить. Да. Здесь есть коктейль Молотова. Ну, у меня тоже есть Молотов. Давай, прыгай. Ну. Ой, ёлки-палки. Так. Эй, нет, мы тут зажали, хотел помочь напарнику. Ничего страшного. У меня 30 здоровья, короче, я медленно хожу. Подожди, а где охотник? Где ты тут? Он, наверное, опять на меня охотится, он меня любит охотники. О, все. Зомби нас не видел. Блин, а откуда ты взялась, Мымра? Кто, ведьма? Нет, не ведьма какая-то, блин, баба тут вообще, грязная, вонючая, противная баба. Спасибо, все это очень плохо. Ты же она ненавистница? Нет, просто она была мертвая, грязная и противная. А есть живые, грязные, противные, да? Ну да, да. Не знаю, я не проверяла. Есть, есть. Это только бомжи. Есть и не бомжи. Видал. Видали многие, я думаю. Так, ладно. Потому что это... Эй, неважно, переведем тему. Нет, ни в коем случае. Это не очень хорошо. Он снайпер. Лезьте наверх! Лезьте наверх! Мне надо было тоже снайперку взять, если отсюда хорошо снайперить. Ой-ой. Ну да. Ну ты чего? Я теперь сейчас погребу из-за тебя тоже. Так. Ты попа. Да, я попа. Ой, меня сосут. Короче, это, посмотри а, там. Всё, меня отсосали. Ну, меня. Не у меня, меня самого, то есть. Ну, вы поняли. Да, мы поняли. Так, где-то... Только не стреляй, пожалуйста, в мою сторону, ладно? Ладно, где-то толстяк. Или её же слышу.
А вот он. Или мне. Нет, у меня уже глюки. Мне кажется, что толстяки по кругу. Да ладно. Не, где-то есть толстяк. Вот он, да, вот он, его уже. Он взорвал наш друг. Подходи по одному. Распродажа, распродажа. Ты там поаккуратнее смотри, у тебя там еще. О, по бокам лезут, шухер. Да. Шикарно. Так, ладно, все нормально. Перезаряжаю. Держись, я помогу тебе справиться. Перезаряжаю! Держись, ты можешь дедушка Билл. Путешествием. Я у тебя в долгу. Что-то со мной не так. Со мной тоже что-то не так. Можешь взять это себе. Здесь оружие. Нет, тебе тоже надо. Не, ну у меня аптечка, а у тебя нет ничего. Поэтому я сейчас полечусь. Круто. Кстати, надо перезарядиться. О, видишь? Мне прилетело. От... Я чувствую себя от черного друга. Мистер... В смысле, прилетело таблетоски. Таблетосочки. О. Кто кого пытался скурить? Толстяк. Толстяка сначала отталкиваешь. Я бомбу сниму, короче. Зомби ходил. Блин, я думала, там зомби лежит, а там не было никого. Я что-то просто так. У тебя уже. Мы переиграли, тебе уже не вечерство зомби, как ты размахался. Я помогу тебе, но боюсь, что ненадолго. Я черно-белый. Да, я черно-белый буду. Все. А, нет. Он вовремя столкнул. Может тебя полечить? Давай-ка тебе за что-то. Живи, дедуля, живи. Смирись. Спасибо. Ты мой ангел-хранитель. Ну, я ж твоя внучка, конечно. Да. Здесь есть коктейль Молотова. Ой-ой-ой. Что там? Ничего не знаю. Да фу, блин. Предсмертный вскрик. Она так орёт противно, просто капец. А может тебе застрелить, чтобы полное здоровье было? Харта вон. Но я думаю... А, он подскользнулся. Фогдис. Успеет, нет? А что-то он прыгал вокруг него, не поднимал. Что-то как-то странно это все дело. Личная неприязнь. Ты думаешь? Ну все, давайте заходим уже. В сейф-зону. Сейф-зоня. Давай тебя убьем, у всех здоровье есть, кроме тебя. Ну, как, что ты на это скажешь? Может, не надо? Ну, ладно, давай так. Что-то не очень хочется сейчас. Ух ты, ты еще и на последнем месте, как так? Да, на последнем месте я. Я вообще как-то. Да. Что-то как-то так. Это было очень содержательно. А, что-то как-то так, да. Ребята, у меня серьезные проблемы. Так, это у нас. Знаете, последняя карта этой компании. О, прямо между глаз. Карандаш и бумага. Вот это дело. Напомни, сколько тебе лет? Карандаш и бумага. А зачем ему карандаш и бумага в зомби-апокалипсисе? Я не знаю. Спроси у него. Не, я не разговариваю с персонажами компьютерных игр. Я думаю, если бы так было, то я бы сейчас не играл, а сидел бы в каком-нибудь дурдоме, где меня бы пичкали всякими лекарствами. В дурке. А потом какие-нибудь алкаши начинали издеваться надо мной. Ты чё, дед? Чё за базар? Это воспоминание из дома престарелых. Вот так вот ко мне относились, хотя вам говорили, что все нормально ко мне относятся, но на самом деле вот так вот ко мне относились.
В общем, я уже все в бреду. Мы тут решили, потанцевать. Там это... Там сейчас party, музыка будет. Party for everybody, там dance, я не знаю. Да-да-да. Танцуем. Музыки нету, я как дурак прыгаю. Ладно, давайте заведем моторы. Есть музыка, музыка! Генераторы. Есть музыка. Моторы. Смотри на меня. Че он башкой качает? Это я так делаю. А, я так же могу. Но мне кажется, зрители стошнит от такого... От такого трясения. Тряски. Трали-вали. Ну чё, заводим, нет? Кыши-мыши, жареные гвозди. Чего? Эй, а кто заводит? Я не знаю, не я. А, так это похоже этот... Фрэнсис. Вот да. Он жопа. Ну и ладно, мы и так справимся, чё. Ко мне эти парни пробраться не могут. Ой-ой-ой, где-то эта мразь прыгает, вон она. Фух, он промахнулся. Да блин, козлина, а? Кто? Где-то здесь охотник, я уже это все параноик, я просто так машу прикладываю. Ух ты, кому-то не повез. Блин, курильщик! Я его убил. Фу. Я уж испугался. Да блин, вон ты где, урод. Не умею её отбиваться от этих. Не умею от этих говнарей отбиваться. Все, я умер. Блин, и опять меня толстый забивал, зараза. Ты смотри, вообще что творится. Все, я не закончу эту миссию. А я тоже. Я завершаю запись. Да ладно, шучу, ничего не завершаю. Я тоже не закончу, потому что меня танк убил. Почему толстые облёвывают именно меня? Они любят девочек. Ну, знаешь, и толстые там проблемы, может, какие-то. Один ответ на все вопросы. Они соскучились по девочкам. Какие? Я говорю, у тебя один ответ на все вопросы. Какой? Что, этот соскучился по девочкам, этот тоже что-то про девочек там. Это любит девочек, это не любит девочек, это соскучился. Ну ладно, если ты говорила сегодня про ведьм всяких, поэтому тема девочек. Ты говорила про ведьму, тема девочек. Ты говорила про толстяков, которые именно на тебя. Тема про девочек. Да, тоже тема про девочек. Когда будет тема не про девочек, мы не будем говорить про девочек. Тема про мальчиков. Короче, я думаю, или пусть они завершают сами, или пусть помирают, потому что просто так снимать, как они бегают, мне кажется, смысла особого нет. Ты не считаешь? Так. Здесь боеприпасы! Я тебе даже скажу больше, что они пройдут. Ну, что тогда делать будем? Не знаю. Ты уверен, что они пройдут, у них еще два генератора? Ну, зная, как играет Фогдис, вполне возможно, что они пройдут. Вот она, рыжая бестия. Чувствую себя ужасно. Я сделаю так. Слушай, уймись уже, Фрэнс. Неожиданно. Держись, это поможет. Он же вообще ничего не знал. Ну да. Он сейчас это все застесняется так и начнет фейлить хуже меня.
Нет, все будет хорошо. Хотя не, хуже меня невозможно фейлить. Ты смотри, вообще чуть пишет. Это подстава, не верти. Да ладно, подумай, что предложили разок. Ну ты какая? Мне интересно, да. Что тебе интересно? Что там? Ну-ка, ну-ка, что... О, елки-палки. Да ты вообще... Что такое? Ладно, ничего. Все хорошо? Конечно, конечно. Все просто замечательно. Я знаю. Ну так что? Давайте что? Заводить шарманку. Музыка, музыка. Эта штука, похоже, опасна. О, музончик. Да. Хочешь послушать прикольный музончик? Бросаю я плохо. Да ладно, давай, тебя уже все ждут. Иди сюда, иди. Ну иди сюда. Не стреляй мне. Я в тебя никогда. Давай, я потанцую. Музончик. Давай. Да и я не такие танцы. Так, давай так плавно это. Медляк вот так, давай, вот так. Крутись в мою сторону. Не. Ну и ладно. Пошел я от тебя. Ну все, давай, запускаем. Нам это надо. Блин, чего они творят? А что они творят? Ну что, долго будем так просто стоять? Запускай. Не знаю. Я запускаю. Ну давай. А где? Там? Сейчас тебя опять да. Сидят. Ты хоть сюда тогда забегай. Ну, сейчас это, сюда иди. А, ну, кстати, может танк же пойти. Не обязательно, что орда побежит первым. Ну что, танк пошел? Да, слушай. Это все из-за тебя. Ты сказал. А я при чем? Ты сказала, танк пойдет, и танк пошел. Это не ее. Ну да, все так говорят. Да. Я на самом деле бросаю очень плохо. Второй раз не могу попасть в цель. Ой-ой-ой, опасность. Так, все, танк погиб. Оп. Мясо. Меня курят, скорее. У меня 30 здоровья, есть у кого. Да, у всех таблетки есть, дайте кто-нибудь таблетки. Дай ко мне, зомби. Меня окружают. Да блин, нет. Меня зажмут сейчас. Или нет? Нормально все. У меня 30 здоровья, я бегаю медленно. Тут бомба. Вон да. Одна тупая коза меня убила. Хотя куча зомби мимо меня побежал. А где толстый? Где-то я услышал, что был. Так хорошо отлетел этот охотник. Ой! Я слышал, да. Таблетки, кто-нибудь. Надо таблетки. Так, а что, запустили давайте уже, да? Давайте обождем минуту. Готовы к этому? Или нет еще? А, нет, не запустили. Я еще хотела сгонять сюда таблетки. А, это ты пишешь. Все, спасибо. Мне помогли. А что тут запустили? Уже второй запустили, да? Да. Нет. А как? Не горит. Горит? Вон один. Нет, я только один вижу. А
Нашел. Да, ну ёлки-палки-то, а. Я не умею с этими... А он уже обливал он этого... Харта. Харта. Он обливал Харта. Я все подожду. Так-так-так. Поджигатель. Ну, осталась одна канистра тут. О, Харт мне еще дал таблеток. У нас просто замечательная команда в этой серии. Да, да. Блин, тут где-то курильщик. Фу. У меня, блин, кашляет. Вон он. Ой, ёп. Да. Я думал, это курильщик выпрыгнул. Смотри, там танк идет. Ой, елки-палки. Внизу, да. Фиг тебе танк. Еще где-то это. Ай, меня едят. Беги. Я не успею. Все. Ой, елки-палки, я еле уклонился. Меня скурили опять. Помогите. Танк. Он тут, мы по лестницам гоняли его. Все, он труп. Да, да. А мы его туда-сюда гоняли. Красавчик. Да, мы такие. Мне толстяк. Мне нужны патроны. Патроны. А, наверху здесь есть патроны. А что у нас Фогли стоит? А, он там что-то палит. О, сколько их там. Как это круто. Смотри, он прям написал хорошо. Да, на самом деле. О, я нашел спасение, аптечки. Где? Наконец-то я спокойно могу перевязаться и побегать. Не знаю, хорошо сделала, плохо, но как сделала, так сделала. Готово, пошли дальше. Готово, пошли дальше, сказала Зоя. Зойка. Беру коктейль Молотова. Зоя. Толстый. Блин, тут курильщик. Я почти уверена, что он сейчас меня курнет. Ну да, я так и знала. Вы готовы или нет? Ну, я думаю, что да. Вот смотри, у всех пайпы. У меня тоже. Ну что там? А что здесь? Что? Запускать, ну, или нет? Мы идем? Да-да-да, конечно, запускай, наверное. Потому что мы все... Все молчат. Это нехорошо. Ой, ё, опять там. Да, да. Ой. Как это я вернулся, даже не пойму. Он за мной сейчас. Давайте таскать его туда, сюда, он за мной побежит. Ну, потом за вами, потом за мной. Так и будем его гонять. Если он за мной побежит. Все, мы его добили. Классно. Мост опущен, спасайтесь. Мы опустили мост, короче. Это была шутка из серии Петросяна. Что такое? Я Хантера на лету убила. Ой, да блин, что я как долбанный психопат.
я стреляю из... А чё он опять погиб-то, почему? А по сюжету должен Билл вот так умереть. Он должен спасти, да, своих друзей и должен умереть. О нет, Фогнис умер. Ты поможешь мне с этим справиться? Конечно. 45 минут у нас ушло. Ну вот, закончилась пятая часть, пятый урок по выживанию. Пятая обучающая программа. Программа обучающая. Программа обучения. Да. В этом... в этой части я сыграла очень плохо. Играйте как Фогдис, не играйте как я. Не играйте как я. Веселитесь в этой игре, как я. Я больше всех стрелял по союзникам. В общем, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр, всем пока.